что? Жечь камеры, камеры, камеры. То есть надо понятно, лошадь да. Офигительно. Вот лошадь это старик, офигенно. Вот это, ты уже там сам смотри. Все уже, давай, ты уже сам. По пока вот это, может, такого какого-нибудь. Вот есть вот очень красивый, но он, такой, но он немножко, слишком конкретный. Он да? Слишком конкретный. Вот это офигительно. Это офигительно. Я, это некая такой, красота, это, живость. Но он этот такой. Хороший начинается. Это такой олдскульный, знаешь, да, советский. Да, 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 я тебе говорю. Это вот этот. Ты вот подумай, то есть есть там вся. Нет, это... Мы если там будем подтекать, всегда же сможем. Конечно, да, там. Да, потому что, понятное дело, там когда-нибудь придется и кофейку выпить. С каким-нибудь Вителем. Я могу уйти, конечно, там в штопор, но я в этом плане всегда однодневка. Бабочка однодневка. На следующий день все уже, только кефир. У меня была идея вот открыть тупо ухи. Я, понимаешь, вот, вот эта лопоушка отдаст да. Вот это тоже детство. Потому что я-то раньше ходил без длинных волос в детстве, у меня вот эти ухи торчали всегда. Чувак, и я ими гордился. Чувак, да, а вот тебе по полтинник, какие ухи. Слушай, какие ухи? Ты старый клоун. Мы старые клоуны. Смотри, сейчас Джона Симмонса дам. Вот. Black Sabbath. Мне кажется, нужно. Black Sabbath. Не, мне кажется, их просто... Кис! Надо... Ну что это... ты нас перед ты камерой... Ты клоун для очень-очень особенных детей. Мы вообще клоуны. Не, просто для взбить их, Серега, да? Аудитории. А там ты дальше уже захочешь просто... Если сейчас их распустим, и потом их хрен сделаем вот такими хорошими сексуальными. Не бойтесь. Нет, ну я не понятно. Имею в виду, что вот такой купой вот из них сделать. Мы просто объему придадим. А вы считаете, это мало пышности? Mm. Да посмотри. Вот просто я бы как вот так вот, как бы вот сюда бы как-то вот под... Может, сюда делать вот так вот хвостяра ну, такой, да, а здесь и ухи открыты, и получается. Да, да, да. Можно. Вот, кстати, да. Можно. Да. Да. Оно и в профиль будет очень хорошо. И все-таки это хоть как-то. Может, чайку тебе принести? Идет? Да. И начали. И на сумку тебе. С сумкой, да, чтобы она была висела. Ага. Я теряю рассудок на снегу обновлённом. Мы привлекали. Миш, я по телефону-то буду. Вот телефон-то какой. Этот. По нему же... Ну, там перебивка, по телефону клоуны разговаривают. Причем серьезно по телефону. Так, стакан, вода нужна. Вот а ты понял, это не надо. Это барабан. А. Прорезать надо, он слишком. А выше еще закрыть. Давай еще его. Напишите. Я снимаю очки, закапываю глаза. А мы добавляем, добавляем каждый раз, мы добавляем грима. Каждый раз мы добавляем грима. Вот закапываем. Смотрите. Только так постарайтесь, не трогать лицо. Понятно. Ну, мало там потянули. Вот так вот. Искусство требует жертв. И вот это, и вот это уберем. Нам хватит вот одной штуки. Давайте мне я. Просто разделим на действие. Что-нибудь еще, баночку сюда какую-нибудь. Подожди, и так много. Смотри, уже получается, что мы же должны... Элементов много нет. То есть у ты него... Ты будешь одевать? Я его с собой возьму, а потом, там, а там, когда втроем соберемся, все оденем одновременно парики. Вот самое красивое будет. А где нос? Сейчас его вырезают. Нос, значит, синие капли, не забывай, здесь красота какая. Гаджеты. Это аккуратненько. У меня единственное, Андрей, непонятно, а как они будут себя сами красить, то есть такие виды. Я там смотрю на Гарик, там, да. Они же так точно же делать не будут. Это как бы приблизительные. Можешь завязать? Да, сейчас... Это как бы приблизительные. Ну да, приблизительные, а как там. Самый прикол в том, чтобы они делали именно себя сами, чтобы это было как-то вот кустарно, да, ведь Андрей? Ну да, 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 да. То есть да, я да. Это другое дело, я там другая история. Да, ты уже а как бы. Да, я как бы готовый такой. А они. Нормально там, как спереди. Может быть, да, мы, да, скажем да. Так. На бантик? Опоздали. Опоздали к профессионалу и приходится им самим себя как бы доводить до ума. Это может быть некий такой. Ну они-то клоуны сами прикрасятся в лице. Они же сами это делают. Начнем искать.
плача за снегами года. Мое детское сердце и туда птица счастья улетела погреть, навестить обещал. Приснилось на время, улетела погреть, заблудилась напрасно, я упал на колени. И тишина, камера. Есть. Да. И фонограмма. Натяжение нервы вот-вот разорвутся. Когда сегодня не нервный, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли, а черные скалы. Не теряется смысл, каждый год все сначала. За снегами годами мое детское сердце и туда птица счастья. Детка, пойдем-ка мне в шатер. Я дам тебе конфетку. Давайте. Готовы? Со второго. Я цепляюсь раньше, но суть до со второго. Да, ну мы начинаем сначала, просто ты подлавливаешься. Ага. Приготовились. Фонограмма сначала. Очки снял, когда капал глаза. Следующее, значит, глаза принялся. Я что-то должен делать. Ну, я, поверь мне. Давай, губастый. Ага, малыш, пойдем-ка мне в шатер, я тебе дам чупа-чупс с коньяком. Напряжение нервы вот-вот разорвутся. Навестить обещала, приснилось на время, чуть душа не пропала. Товарищ режиссер, на да. Святой сцене презервативы его валяются. Игровые. А, это чеховские. Из кишки еще. Из трех сестер остались. Чехова, да, они с Чеховым, помнишь, говорили, репетируют Чехова. Вся сцена Дандона. Это Будиной и Белоголовцеву. Да, да, да. Серега. Здравствуйте. Судя по голосу, это ты. Сережа. Здорово. Здравствуй. Ну ты на две минуты, что ли, или с нами? Я здесь репетирую Чехова, так совпало. А, брат. А слушай, ты будешь таким, знаешь, клоуном нам, прекрасным. Я тебе скажу так, нам Антон Павлович чрезвычайно необходим. А что за вещь, что за пьеса, что как за произведение? Да все тоже, Сережа, все тоже. Медведь. Ты, то есть у нас медведь. А кто она? Ольга Будина. Правда? Некая. Ёлы-палы. Да ты чё, ну... Женщина-режиссёр. Я очень рад. Женщина-актёр, режиссёр, мать. Сережа, я на секунду, но ты просто больше не ориентируешь. Олечка, здорово. Серёга сказал, что ты здесь. Привет, да-да-да, привет. Как я рад, что мы тут рядом. Привет. Слушай, а где наш режиссёр? Да? Занята. Когда сводки была занята. Ты представляешь? Надо брать на площадку. У нас сейчас приезжают, так сказать, тоже именитые же люди. Хорошая песня. Так что на самом деле, да. Я не понимаю, или вы здесь просто репетируете? Нет, я думал, может, она тоже уже... В общем, удачи, была очень рада видеть. Взаимно. Вот. Давай, что, звони, как там у тебя, чего? Осторожно. Сейчас. Давай. Вань, я знаешь, что думаю? Хорошо, хорошо. Ты отходишь, ты можешь отойти сюда уже. Хорошо, а я выхожу вообще из камер, так что... Ну, они у тебя будут выглядеть. Через зеркало, может ловиться. Заблудилась напрасно, я упал на колени, чуть любовь не угасла, на радость пути. Стоп! Да,
Ну, делай дубль. Зачем мы там? Заедем ко мне. Заедем ко мне. Серьезно? Слышишь, я Михаил искал? Мое оружие. Слово. А мое оружие, слово. Это и я смогу так нащелкать. А вот ты можешь, товарищ песня. Есть детский праздник, на нем есть клоун. Но он и должны быть с носами в приказ. Ну что, давай. Ты льстишь мне, я... Я деревенский чувак. Нет, я похож на пергидрольную старушку. Да, 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 ты поэтому смотри, здесь клоун это как бы некий... Такой. Ну да, там что у тебя тоже есть. А носы, ты, носы есть? Носы есть. На самом деле это некий символизм. То есть это не обязательно доходить до уж. Да, вот мне. Клоуна же снимаем, правильно? А клоуны они априори в париках. Ну вот это считаю, сейчас. Вот да, это хороший, да. Да. То, что просто... надо. Да, клево.